Zu Artemon und Paket! Лошадка пригодится. Я мигну вам элит. Ти
Проклятие! Распигуй моя его! Работа! На! Это правда! Сдохни! Мы будем свободны! Амон-Ра прислал спасителя! Свободен! Да здравствуй, тень-убийца! Беги! Позиции. Там что-то есть. Уже близко. Кровь. Здесь было сражение. Погребены в мерцающих песках. Совсем как скарабей. Тела в пустыне напоминают мне о Тахарке. У него есть последователи? Ру!
Это непростой лагерь разбойников. Статуя Сехмет? Богиня отмщения? Так вот где гнездо теней. Покажитесь! Тут никого нет. Свиток, посвященный теням Скарабея. Это они охотились за мной? Свежий след. Следы. Что это там дальше в пустыне? Каваб? Я не враг тебе, Каваб! На мне зачем сражаться? За великого Тахарку! За правителя Литополиса! Вижу, мальчик уже вырос. Зато ты, Миджей, состарился. Ты собрался защитить честь Тахарки, но забыл, что у него не было чести. Мой отец был наместником Литополиса. Это глупо. Ты не такой, как твой отец. За его честь! Нет! Нет! Моя семья обречена погибнуть от твоих рук, Баек. Твой отец пал, но у тебя есть надежда. Ты не виновен. Есть лишь тьма. Ты хорошо сражаешься. Твои... Победил? Убей меня. Каваб, ты не обязан повторять ошибки своего отца. Что еще мне остается? Я выследил тебя, как только научился ездить верхом и владеть мечом. Мою решимость тебе не пошатнуть. Моя смерть не принесет тебе успокоения. Покончи с этим. Срази меня. Вся моя жизнь всего лишь ошибка. Я покажу тебе кое-что. Идем, Каваб. Куда? Просто дай мне отправиться к отцу. Твой отец отрезал язык твоему деду, угнетал твой народ. Семья не всегда становится настоящим братством. Его почитали как героя и лидера. Не стоит доверять всему, что слышишь. Я, правда, никогда не хотел убивать. Но мне пришлось. Я тоже прошел через это. Я блуждал без цели, гневал богов. Но Маат преподала мне урок. Если не отомщу за отца, я ничто! Тогда спроси его про поддержку дето-убийц. Спроси, почему он предал тебя. И что мне теперь делать? Это все, что я есть. Стань одним из нас. Стань незримым. Убийцей, прячущимся в тенях? Мы нечто большее. У нас есть кодекс. Раньше у меня была семья. Но я все потерял. У меня не было выбора.
А если откажусь? То будет лишь один исход. Пустыня станет мне могилой. Или искуплением. Вот, что я хотел показать тебе. Бескрайнюю пустыню и горы. Слышишь ветер, что воет в песках? Иногда пустыня зовет нас. Ты ответишь на зов или дашь ей поглотить себя? Вся моя жизнь. Убийство и месть. Но я верю твоим словам. Маат, дай мне сил превзойти себя. Стать тенью на защите великой цели. Отрекись от себя, Кавап, и стань одним из нас. Да будет так. Я отрекаюсь от имени и семьи. Я найду новые и стану освободителем. Так же, как ты, Байк. Теперь ты незримый. Не сожрет. Надо действовать аккуратно. Position gerecht. Встречу с Гамилатом у пирамиды. Не могу поверить, эту пирамиду разбирают. Что происходит?
Без звездных осколков воля Лопатеи и Египта будет раздавлена. Баек, наш герой. Ты вовремя. Мы убьем Птахмоса, каменщика Руфио. Он в ответе за грабеж. Да. Храм уничтожат, и пирамиду тоже. Птахмосу плевать на Египет. Он заставил Набатеев делать грязную работу для Руфио. Бездушный века. Он и Амона продал бы в рабство римлянам. Людям нужны памятники и святые места. Не станет их, и дух народа будет сломлен. Если мы убьем Птахмоса быстро, сохраним их. Убьем Птахмоса. Он далеко от лагеря. Самое время напасть. Убьем его. Убьем его и станем легендами. Я буду сражаться рядом с тобой. Тихо. Не отвлекайся. Римляне у пирамиды. Неверные твари. Нужно быть осторожным. Аккуратно! Его нет! Нак! Гамилат! Я в порядке! Здесь потайной коридор! Нужно найти героя. Thank you.
Чудесно, да, Баек? Здесь, наверное, похоронен фараон. Сокровенный чертог наших предков. Великолепно, правда? Ищи сокровища, все пойдет в дело. Нам нужно добраться до Птахмоса. На остальное нет времени. В чем дело? Что они тут мастерили? Надо как-то пробираться. А эта пирамида? Неудачная затея Тахарки, посвященная Аменосу. По легенде, священный камень пал с небес. Тахарка искал его осколки. По слухам, они спрятаны в этой пирамиде. Как бы я хотел их найти. Хагану зовет их осколками звезд. Клинок из них дал бы владельцу огромную силу. А, вот бы такое оружие да тебе в руки, Баек. Они точно не должны попасть в руки римлян. Байк, я так не могу. Помоги мне залезть повыше. А, стой на платформе.
Я поищу механизм. Я на месте! Боги, работает! Я поднимаюсь, как солнце! Почти все! Байк, я у выхода. Спасибо, великий незримый! Змеи повсюду. Моего отца убила змея. Пойдем, мой брат. Змеи напоминают мне Апопа. Я уже дрался с Апопом. Мусор на дороге. Не беда. Тахма служит Риму? Да. Стой на платформе. Я подниму ее. Ugh!
Байек, я, кажется, нашел осколки звезд. Что ты нашел? Свиток! Нек! Я искал другие святыни! Давай убираться! Эй, ты! Это еще не конец. Еще один бой и свобода! Место хорошо охраняется. Продолжайте погоню! Вот ты где! Свиток забирай. Мне он не нужен. А ты, может, что-то узнаешь. Я натравлю моих повстанцев на Птахмоса. Могут погибнуть невинные люди. Я пойду один. Как хочешь. Обрушься на него, подобно грому. Загадочные строки. Надо исследовать храм Тота.
Шем Хабиб. Ауи Сепет! Нарсуча! Санебеб, Сепнефер! Тенкеку! Инхаат! Чайн Реджадис! Ва Аджит Рухаминнахт! Фегенхем Сурт! Аан! Ерен Ху! Тухенет! Тиунефер! Ярен ху! Охенет! Ярен ху! Тухенет! Нексо! Бедедук, а не хает. Чару.
Легендарный кристалл Тота? Кристалл Тота находится на вершине обелиска. Position gerek. А, зеркало отражает свет кристалла. Ясно. Я могу направить свет, отраженный от зеркал. Hey, Haru, him here no vecht?
Вон там, под Древом Жизни, открылся проход. Впервые вижу такой меч. Выкован из прочнейшего железа и совсем не заржавел за сотни лет. Должно быть, его и искал Птахмос. Oh.